Друзья, всем привет, с вами Пират, и мы продолжаем играть в Tomb Raider. Осталось совсем немножко до прохождения игры. И мы возвращаемся с Endurance, с инструментами. Покинул нас Алекс. Ну, что-то как-то, мне кажется, может он вернется, не знаю. Как-то его смерть, что ли, была как-то такой потерей. Персонажа мы так и не прочувствовали, типа того что-то. Ну, в общем... ушел и ушел. Не страшно. У нас берег печали. Так, нам нужно аж туда, да? Давайте эти инструменты заберем. А зачем нам вот это? Кто скажет? Ну, вырвем мы и толку. Че, неужели нам сюда? Да, похоже, нам сюда... чтобы подняться по вот этой вот веревке. В принципе, перемещения все эти уже ускоряются. Потому что у нас есть такая вот прекрасная штука, чтобы подниматься. А куда мы могли пойти? Так, тихо. Ну вот этого первого. Минус. Блин. Сдохни уже наконец. Что, не все попадали, ё-моё. Ладно, идем дальше. Когда спускаемся, мы быстрее, чем поднимались. Хотя, ну, в принципе, логично. Вот мы по веревкам тут летим. Но поднимались мы вообще как-то тяжко. Мы могли же по этим веревкам и подняться наверх. Хотя у нас не было... Так, тайная гробница рядом. Не было у нас инструмента для подъема вот этого, да? А где... гробница. Стоп, давайте глянем. Она у меня за спиной в данный момент. Значит, где-то вот здесь вот. Нужно прогуляться в нее, если она рядом. Вот у нас какая-то ловушка или тайник. Ага, вот так, отдали мы инструменты и все. Главное, что не говорит, что Алекс умер. А Рейс на нас трендит. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть с этим. Это правильно. Накормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров прав. Капец. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Сейчас она застрелит или что? Сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Нет бы сказать, я с тобой пойду. Я без тебя не уйду. Хорош. Ну, сидите, ждите. Начните восхождение к исследовательской станции. Я хотел в гробницу сходить. А чего вы меня не пускаете?
Так, где-то вот здесь вот кабанчик. Это был easy kill, сюда лут. Так, ну это чисто опыт, нам с кабанчиков падает. А, можно сделать еще вот... Не понял. Да, минку разминировать. Так, детали собраны на лук. Все, теперь можно еще и лук проапгрейдить. Ну ладно, мы чуть позже сходим, это сделаем. Гробница. Где-то мы пробегаем, такое ощущение, что мимо нее. Стоп. Она вот здесь вот в развалинах. Ну давай быстрей. Так, ну крабы нам не нужны. Такое ощущение, что она вот здесь вот где-то в развалинах. Нет. Стоп. Можно где-то сверху. Ну да, получается, что сверху где-то. Или вот в нее вход. Вот это. Так, чем тут можно? Ну, можно, по идее... Нет. А как мне проломать сюда вход? Вот ё-моё. Может, меня попозже сюда впустят? Не знаю я даже. Возможно, меня туда попозже впустят. Но это точно был тот вход, да. Стоп, вот что-то нарисовано, да? Все, я нашел. Я нашел. Давай. Возможно, там выход наоборот. Вот там вот я смогу выйти с этой пещерки. Так что пойдемте еще в одну гробницу. Так, ну зашибись. А, вот оно. Я думал, тут нету прохода. Но это уже не гробница, это какие-то ихние лаборатории. Если поначалу были реально гробницы, то сейчас уже просто какие-то места, в которых они вели исследования и тому подобное. Может так быстро не пролетать, может тут что-то есть. Это не надо сбить? Нет, не надо. Ну хорошо. Идем дальше. В гробницах обычно врагов нету. Я бы даже сказал, вообще нету. Тут всегда ловушка какая-нибудь. Загадка и сундук. Ой-ё. Храм служительниц. Так, давай-ка мы сначала сохранимся. Чтобы проникнуть в ритуальный зал этого монастыря, нам нужно починить лодку. Даже не знаю, как уговорить остальных направиться вглубь острова. Но уж придется постараться. Придется. С Рейс будет труднее всего. Она рвется к дочери и сильно горюет по роту. Мы все горюем по роту. Пока я не пойму, зачем Матиусу понадобилась Сэмми. Но это уже и не важно. Главное, сейчас она снова с нами. И в полной безопасности. Так, дневник ее пополнен, это 100%. Спортивный лук у нас теперь. Есть ли что-то прокачать в этом луке? Вроде как есть. Боже, сколько всего. Так, разрывные. Стрелы с разрывными наконечниками взрываются при попадании в цель. А это что? Бронебойные. При усиленном выстреле стрела пробивает броню или пронзает сразу несколько целей. Давай-ка вот это вот. И осталось последнее. Ну, запчасти нету. Эх, жаль, чуть-чуть осталось. Нужно больше запчастей. Так, дневник 8 из 10 Лары мы уже прочли. Ну, к завершению такое ощущение, что идет это все. Так, а что здесь у нас? Здесь... здесь нам надо как-то наверх. Наверх надо как-то забраться. Так, перепрыгну. Да. И теперь она назад повернулась. Так, я
походу запутался. Давай еще раз назад. Стоп. Нам, по идее, вот туда наверх, правильно? Есть вот здесь вот такие штуковины. Вот здесь вот. Вот здесь есть какая-то хрень. Так, давай тебя покрутим сначала. Тут как-то запутано немножко. Да, у нас проплывет вот такой вот. Есть. Мне кажется, он плавает по кругу. И вот то он поворачивает, чтобы мы перепрыгивали. Да, он сейчас обратно вокруг оплывет и все. И нам нужно успеть залезть наверх. Это 100%. Так, значит так. Поднимаем еще раз вверх тебя. Все, я, по-моему, понял. Поднимаем. Потом несемся вот сюда. Запрыгиваем. Смыкай. Оп, есть. Вот, и все. В принципе, блин, надо было сразу. Ладно, проехали. И все. Да, и все. Открывай. Че кричишь-то? Тяжело? Может, тут хоть побольше возьмешь? Каждый раз удивляется. И каждый раз я об этом говорю. Так. Руки загребущие. Получено достижение. Ну и все, можно на выход. Вот такая вот гробница. Я же говорю, что, в принципе, в гробницах ничего веселого нету. Уже. Поначалу, когда вот ветра, где были, где мы были в гробнице, вот там, да, там было интересно. Такие, они сделаны как-то получше. Но это видно специально, чтобы в начале игры заинтересовать игрока. Ну а теперь такое уже. Темный проход, пролезли, какая-то загадка, и все. Все, полезли наверх, наверное, да. Иона, здорово. Где-то кабанчик бегает. Ладно, все, хватит. Ой-ё. Не будем разделывать, ладно, полезем наверх. Кабанчик же не будет на меня нападать? Нет, не будет. Так, отвяжись, кабанчик, а то я тебя убью. Лифт вообще упал. Но здесь, в принципе, ничего просто тяжелого нету. Вот так. Теперь на... Ага, слева отсюда наверх. Так, теперь влево еще. И наверх. Нет. Облазить нужно. Ну, похоже на то. Наверное, вот здесь вот все-таки выход. Да. Так, сначала какой-то артефакт вот здесь вот возьмем. Это же артефакт какой-то. А ну, вскрываем. Чё-то я... А, это запчасти. Огромные сундуки с запчастями.
Да блин, возьми же ты. Вот так. Гранаты нам не нужны, хорошо. Так, не то. Поехали. Сейчас немного по скалам полазим. Ага, здесь уже наверх можно, да. Так, там какой-то тайничок есть, подожди-ка. Книжка, книжка какая-то. Читай. Остров даст мне даже больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. Еще эти бедолаги с Endurance. Какое горе. Зато какой драматизм ситуации. Не только легендарный Яматай, а еще и кораблекрушение, и совершенно новый культ. Материала хватит минимум на 2 фильма, а то и сериал. Боже правый, это открытие потрясет весь мир, и я окажусь в центре внимания мировой общественности. Какое счастье! Я же все поставил на эту экспедицию. Но сейчас нужно быть предельно осторожным. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Дайте мне только добраться до этого Матиаса, и я объясню ему, что нам выгодно действовать совместно. Ведь сам же он не может верить в то, что проповедуют этим людям. Они просто сломлены и растеряны, а я верну их к цивилизованной жизни. Да спонсоры в очередь выстроятся за таким эксклюзивом. Это грандиозный сюжет. Ну, это дневник Уитмена, да? Ученого, который там внизу сидит. Ну и, конечно, хочет подзаработать на этом сюжете. Нам вот куда-то вверх. Один вопрос, как туда залезть. Зачем-то вот это вот же сделано. Я даже знаю зачем. Вот так. Ага, нам нужно вот... Тихо, вверх. Вот так. Облезть по кругу. Нам нужно на вот ту вот лестницу. А почему ты не цепляешься? Так, ладно. Давай еще раз. Блин, боже, она какая-то резвая вся. Просто несется. Вот, за низ, да. Сейчас по кругу облезем. Так, а как нам теперь... А, вот так наверх можно было. Может, было можно сразу? Так, и полезли теперь. Не всегда понятно, за что тут можно ухватиться, конечно, но, в принципе, я пока что более-менее справляюсь. Ну, почти справляюсь. Так. Ну а что? А вдруг бы допрыгнула? Стой! Блин, зайка, ты куда? Ты чего-то вниз убежала? Еще раз облазь по кругу. Все, я понял как. Ну, что сразу кричать-то? Вот, подтянул. Поближе. Запрыгивай. Блин, качает. Так, подожди-ка, ну качни ее назад, и тогда мы прыгнем. Стой! Надо спрыгивать. И здесь вот так вот быстро понеслась. То вдруг там что-то еще упадет, ну его нафиг. Хоп!
За трубу цепляемся. Еще труба. Так, ну пока что все понятно. Главное опять не зафейлить, когда мне все понятно, я обычно прыгаю куда-то не туда. Тихо. Ну, мы по-любому должны встретиться с этими ветровыми стражами. Успел я? Успел. Так, а здесь нам... Куда-то вот... Вообще не пойму куда. Так, а мы наверх можем забраться? Да, можем. И по идее теперь вот по этой стенке. Так, залазь, залазь. Цепляем. Цепляйся. Я думал, что сейчас не ухватится. Как-то так она прыгнула слабенько. Вот. Я думал, сейчас лестница не та и все, и я опять внизу. Вырывай. Отлично. Ну, это опять пушка с разбитым дулом. Но уже не та. Тут одни считал тут. Так, исследуйте древнюю гробницу. Ну давай-ка исследуем. А куда нам? В воду? А, я вижу, что можно вот так отпуститься и вот так. Тихо. Вот. Все, спустились. Давай. Тайничок здесь прочекаем. Так, мы тут можем залезть? Нет, не можем, значит вокруг все-таки. Кажется мне, что сейчас будет здесь какой-то лагерь. Тихо. Подожди, наверх. Да, уже вон видно. А, это бочка горит. Я думал уже костерчик наш. Так, ну нам сюда. Карта обновлена. Особые места какие-то тут у нас есть. Я думаю, если я сломаю, они нас услышат. Лаборатория. Давай, дневничок читанем. Нашли гробницу, и тут появились демоны. Они. Сначала погас свет, потом раздались крики. Не знаю, кто кричал, мы или они, но этот жуткий звук до сих пор у меня в ушах. Они были в доспехах моих предков и рубили нас древними мечами. Выстрелы, крики, кровь. Мы ничего не могли сделать, ничего не понимали. А затем тишина. Они ушли. О боже, неужели они ушли? Почему всех не убили? Теперь старший капитан Осака. Мы покидаем базу, но не остров. Нас перебрасывают к монастырю. Другого выхода нет. Мы должны идти за Они, все мы. Если нельзя завладеть силой звезды, ее надо уничтожить. Но я знаю, мы все погибнем. Так, ну это японцы, которые тут были в
во времена Второй мировой, я так понял. Так, давайте разберемся сначала. И тебе в голову. Отлично. Все взять. Ну и будем искать этих демонов уже в следующей серии. Ребята, на этом у меня все. Подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем свои комментарии. С вами был Пират. И играйте только в хорошие игры.